Решила записать ответ прекрасной девушке, которая спрашивает, вот я жду одобрения и так далее. Друзья, на самом деле ожидание одобрения – это тухлая энергия, правильно? Очень важно кайфовать от своей работы, и она не должна, конечно же, зависеть от лайков и от одобрения других людей, но это все-таки процесс обмена энергией. Когда я прошу оставить лайк, оставить комментарий, я это не делаю как подтверждение того, что я классная. Я это делаю для того, чтобы увидеть, какой контент заходит, какой нет. И этот фидбэк крайне важен. Более того, лайки и комментарии дают пользу тому, кто их оставляет. Потому что это означает, что человек отдает энергию взамен на ту информацию, которую он получил. Полистали вы чей-то блог, что-то получили, какое-то вдохновение, что-то узнали о себе. Поставьте лайки, комментарии. Это для вас важнее всего. Но если вы делаете марафон исключительно для того, чтобы получить какие-то «Вау, ты молодец, ты классная», это компенсаторика. Нам нужны лайки, комментарии, как обратная связь, понимание, туда мы идем или не туда. Помогаем мы людям сейчас или не помогаем. Для меня только это имеет значение. Но никак не оценка того, какая же я личность или какой же я спикер. Потому что это идет изнутри. Итак, помним эти различия. Если вы задаетесь вопросом, что такое смена мышления, держите вот такой треугольничек, в котором все понятно. У нас в фундаменте лежат старые сценарии, которые мы следуем бессознательно. Смена мышления – это разотождествить себя с этими сценариями, перестать в них верить, дать себе новые сценарии, загрузить новое, да, подсознательно. И дальше, привлекая возможности, на самой верхушечке уже быть собой, человеком, которого все исполняется вот так молниеносно.